валим, валим, валим. Сейчас гран должен запилить, блядь, еще покруче. Смотри, смотри, смотри. Мелко дисперсию такую. Офигеть. Давай, давай. Ну что ты? Координируешь, когда один дома, блядь? Говорю, координируешь, когда один дома? Заблудшая душа. Привет. Ты будешь когда-то вовремя приезжать? Да, блин, выбираю машину. Смотри, что творит. Шайтаном. А град тогда был заимствован? Были жены. Что будет платить домой. Красиво. Во-первых, я назову вам 1000 причин. Во-первых, это красиво. Знаешь, у них надо? А во-вторых, как же с чистым-то вернуться? Непорядок. Я так не вижу. Я такими шматками лечу. Стрелка дискерта, а если какая-то дрифт. Ну а там крючок уже закручен сразу. Пацаны приехали оба в беда. Да? Пока я шел. Давай я попробую еще задрифтить. Ты паузу нажимай иногда. Какой-то дрифт слабый, да? О-о-о-о-о-о! Езжу по кругу! Да нет, ты чё, дрифт нормально! Это зачёт, мне кажется, сейчас асфальт снять должен на следующем круге. На следующем круге снимет асфальт. Слышишь, еще один круг и асфальт снимет. Это на тот берег. Серьезный дрифтер. Смотри, что творит. А он готовит под посевную, да? Председатель попросил. Слышишь, это он мне почву готовит, наверное. Можно картошку уже садить. Слышишь, а ты с председателем договорился, да? Перепахать огород. А ну дай я попробую. Давай.
Называется, мы пахали, я и трактор. Нормально, ребят, я думаю, что у меня после такой какой-то херни с цеплением пахнет, да? Конечно. Ну, не спалится, нет? Спалится. Спалится, нет. Домой-то еду. Должно, да, конкретно. Да, передний, задний. А что там дальше, ребят? Жопа полная, не выжили. Ну, еще не доехали. Жопу везде можно найти. Деревьев не видно, что летит земля. Ну, клиренс у него не детский, потому что я помню, в какой-то год УАЗы садились, когда с горы ехали. Андрюха рисковый.
Спасибо. Так давай вообще вон справа от куста. Ему здесь понравится. Мальчик, ты зачем залез в лужу? Там колея такая, это 66-го колея. Очень тяжелая колея. А теперь выскочил. Что человек, что только человек не сделает, чтобы на камеру центр тяжести высокий.
Я уже посмотрел, как он тут борсается. Ну там ты очково, конечно, на гору едешь, на эту поперек. Давай, повторяй. По идее, должно снести. Причем эта железина, она, ну, как сносы любит, да. Но зато вылазит с колеи хорошо. Ты видел, как только раз и выехал, раз и выехал. А сильвера еще лучше. А у меня боковых зацепов не хватает. Этих. Надо, слышишь, может вот эту шашку нарезать. Через одну срезать. Обороты надо выше. Так, уже двумя лебедочками тянем.
Последнего. Да, я свой молодой. Ты говоришь, не надо, не надо, мы сами выйдем. Давай, давай развод, возьми больше просто. Давай уже ты, Руслан. Мясо ты. Давай я. Я к тому дереву, Руслан. Сейчас Руслан будет показывать, как надо. Да. Смотри-ка. Почти. Ну и все. У нас тоже так приблизительно получилось. До перемета до этого. Руслан, уходишь на дно! Надо лебедиться. Ну, в принципе, можешь покопать, если тебе интересно. Но, по-моему, такая же. Нельзя было останавливаться, надо было газовать. Просто на дно идет. Вот ты только остановился, раз и сел сразу. Вот у меня такая же фигня была. Я ехал, ехал, ехал. Не на той скорости, а потом остановился, включил, не, там сантиметров 40 под тобой. Ну, давай объедем на ту сторону, да зацепим его сейчас, это самое. Давай. Там должен был быть штатный тормоз, но он сломался. Давай, давай, подтягивай так. Чуть отпусти, может. Ну, подожди, подожди, пусти. Там вовнутрь, блин, замотало. Блядь, ну вот, сука. Как ты думаешь, русом где-нибудь снесем? Легко. Что в стену? Да после нас там он думал, что все, по-моему, что-то жопа не крутится. Пиздец. Блять, в стену ударился. Опять кардан. Ну что-то типа того. У тебя его там нет! Хорош, хорош! Ищи его в морях. Опять ухо разорвало. Карданчик ушел. То же самое, как в прошлый раз. К Нептуну. Раз.
кардан утопил бы. Мальчик, зачем ты залез в лужу? А был ли карданчик? Так а что происходит? Сворачивает лодку у тебя, да? Должен видеть. Подожди, YouTube. Включить же надо. Давай, ныряй. Ты выложил все телефоны. Люди. Смотри, вороны, вороны каркают, снег сейчас начнет. Они со мной, они за броды я положу. Как раз плавать будут там. Короче, чтобы вы понимали, так, что-то мелкие какие-то ты детали от кардана собираешь. Есть, далеко. Без металлоискателя найден кардан. С времен Великой Отечественной. Не-не-не, прошлый раз вот тут поломалась. Вот эта вилка. То есть уже растет мастерство. Этот раз крепче она. У этого, у Jeep Wrangler Sahara, у него, короче, кардан похож на этот, на пулемет Максим. А, тут вот перепад вот. Небольшой. Небольшой, буквально. Ты вот туда встань, вот так. Последний снег 2. Руслан. И на ноги. У него, знаешь, 46 размер. Здравствуйте. Я говорю, вот туда вот стань, чтобы понимать это самое. Размеры бедствия. А то скажут, лох какой-то сломал кардан. На чем там было его ломать? На ровном месте. Да, 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 вот ровное место как раз. На которое не распространяется гарантия. Давайте кушать уже. На которое не распространяется гарантия УАЗа. Валера в таких случаях говорит, что-то я хочу домой. У меня есть две покрышки, немножко бензина, мы можем сжечь твой УАЗ здесь. И на них пожарить сосиски. Снимай, смотри. Лендровер надо покупать, УАЗ продавать. Ну. Давай! Следующий! Так что, у тебя нету запасного, ты хочешь сказать? Да надо, я уже думал в прошлый раз еще над тем, я с 66-м коротким езжу все время. Правда, у меня нет ключей, чтобы его откручивать. Да, слышишь, не получится, резиночка потерялась вот эта, видишь? Да, говно. Да, ни хрена не соберем. Ты поройся. Хочу привет передать слуховато. Всем. Даже открутить лезть теперь. Не, ну Руслан первый это место заметил. Говорит, сиськи, я их первый заметил. Говорит, ну там хорошее место. Вы туда поедете, туда не ходи, там плохие места, тут хорошие. Стенка это. Давай, вот попробуем. Давай. Ну и текает как-то так. Из-за кирпича бросай. Махнулся. Смотри, смотри, не наклоняйся. Разгорится чуть-чуть, попробуем. Вот туда, куда надо. Что-то какая-то паршивая солярка. Там еще в верхнем колесе. Вот больше колес. Кто желает шестерку вытащить? Сжечь, сжечь, на костер. Засело, копает. Да пусть созреют. Долго разгоралась, но вот вроде схватилась, покрышка начала гореть. В желтой зоне у нас все. То есть не сильно хорошо. Выспекнуты за побежным. Спрямувати струю наполнення. Натиснути на ручку. Попал под дым. Это порошковый. В принципе, надежда есть. Двухкилограммовый. Сданул хорошо.
бах! И камеру выкинул в болото. Воняет жестко. Что-то пукает там еще. Так, пацан. Какой пацан? Встань возле машины там, не ходи. О, смотри, вздулась, как резина вздувается. Засними. На камеру убери, издалека снимай. Вообще фан-кук рулит. Ну что, проверим, что там осталось еще внутри. Дыхай глубже, это кокаин! 2 килограмма, я скажу, что да. 2 килограмма, да. С учетом того, что долго горело, с учетом того, что не выгорел. И там, и снизу, и сверху. Ну, горение получается, просто прекратило и все. Ну да. Закрыло доступ кислорода и... То есть 2-килограммового, уже... там, скажем, при 3... Если обесточить, если бензин не продолжает литься, то собьет, нифиг делать. Даже уже начавшую гореть резину, в общем-то. Посмотри, сколько осталось бензина, да. Разбило, потушило. Фу, а воняет. Паленой резиной. Давай. У тебя еще есть передний кардан. Кто здесь? Не забывай про него. Сейчас надо дальше бастыло еще. Надо сейчас узнать, уже так хорошо разрезать. Что-то перед тобой я хочу выйти полностью. Кстати, попробуем что-то машину заглушить. Тебе вот это что? Бутылка пластиковая. Бесконечно долго можно смотреть, как горит огонь. Стоят пацаны и дрифтит Гранд Чероки. Видишь, ты вдохновил его задом еще дрифтить. То можно объявление вешать. Копаю огород, дешево. Дрифчу, пока никого нет дома. Открой двери, чтобы уже нормально у тебя хоть пахло в машине. Оффроудом, чтобы пахло. Так, тут, конечно, мы переборщили с этим. С бензиком? Да, тут литра... Ну, не знаю, там, наверное, меньше было. Там литра 2-3. Там всего было литра 6-8. Горит мощно, тепло чувствуется сюда. Сейчас у Руслана расширится в баке. А ты заведи свой трандулет, мы его сразу заглушим еще этим углекислотой. Заводи, проверим, как лопнет. Да что ты сыр? Заводи, пацан, иди у вас. Пока он снимает. Ну уже нормально вроде горит, да? Или пусть разгорится, чтобы... Чтобы уже покрышки не забирать домой. Пару машин сгорело. Подвези его ближе, она все равно ни хера не едет. Где она дрифтит, ого-го как? Только и того, что дрифтит. Дрифт или нет? Опять не снял? Зачем мне твой дрифт? У нас тут поджигание. Мы разжигаем огонь империализма. Хорошо, уже пошло. Пацан, спрячься за машину. Так что вторым порошком? Не, нафига нам вторым порошком. Мы сейчас углекислотным попробуем. Руслан, заводи драндулет. Будешь пытаться отъехать, а я буду тебе брызгать шноркель. Соглашайся! Нет! Чего? Мне еще три. Гидроудара боишься? Посмотря какой шноркель. Блин, как оно мощное. И кто вот подойдет сейчас вытаскивать что-то там с костра? Давай, туши. Живо? Да. Давай попробуем. Ну, тут как раз одна из задумок проверить, как оно будет раскипать. Так, читаем инструкцию. За 130 минут. Читаем инструкцию. Говорят, что должен быть с раструбом, бы можно прилипнуть к нему руками. Так, хлопа не отрывается. Так, кстати... Хлопцы есть у кого плоскогубцы? Да, сейчас. За тисками сбегай. Быстрее! Да, держи пломбу, не потеряй. Так, что-то я очкую, блядь. Давай. Вот он, пожалуйста. Больше разжигает. Кажется, у него этот газовый баллончик. Да, руки прилипают. Ой, да все, да пусто. Все,
Что, Руслан, пиздец? А где у вас, пацаны? Где у вас? Ну что, пробуем порошковым добить, блин. Алло. Да, разгорелось хорошо. Бля, рожа горит. В следующую премию тебе пожарники вручать будут. Вы пожарили, я был этим. На зарни затушил. А я вижу. Кокаина. Руслан, открой двери. Вот оно, блядь. Повезу назад давайте. Ну, кислотные. Только порошковые. 4 штуки. Вообще, можете это вот только хуже, а нахер трансформаторы души. Да ладно. Такое впечатление, что просто раздул. Пивно, блядь. Осталось только еще Руслану машину заглушить. Если хоть машину заглушить. Открой дверь. Съемка. Офигенно! Ты с этой стороны подойди, Паш. Не, ну, пусть догорает уже. Ну, в принципе, да. Есть еще чем тушить, но вот, кстати, уже один раз. Не надо, пусть горит. За что оно валяться будет? Еще чуть-чуть осталось, в принципе. Ну, как бы, ну, вот такое, что это самое, что можно было потушить, остановиться раньше, чтобы пару раз. Давай, что ты не Шановный Леонид Данилович, Паша уже готов для получения второй премии. Премия. Венчуку надо уже бабосы собирать, мне кажется, на премию. Скажем так, вообще не показал. Подошел. Ну для сосисок. Без бровей. Нет, вот для этих. Как я работаю, это даже никогда так хуртом делаю. А еще есть пару литров бензина. А город подумал. Учения идут. Огнетушителям, ну, чтобы не соврать, больше 5 лет порошковым. Там можно посмотреть дату, но... Надо его проверять, если порошок не сбился, то значит он еще годный. Ну как ты его проверишь, сбился или не сбился? Вот так вот. Включил и не сбился. Нет, я говорю, что не запах. Ну и причем это не в машине ездили, они стояли на стенде все время. Что, соляра кончилась? Это тебе галька и переметы, да? Посмотри, какие борта по бокам. Да, нормально. Так это он еще такой, типа, не смерзся за зиму. Просто мокрый, просто рыхлый. Слежавшись? Ну, я тебе скажу, что... Я имею в виду, что не ударом ничего, я просто в натяжку с дыни все. Так а что ж мы слили эти добычу? А пацаны такие тоже сели себе, сидят, не выходят, цеплятина. Вот эти. Семенросы? С драндуля, да? Аборигены местные. И вот объясните мне, как в такой ситуации вообще должны себя всякие трубки тормозные вести, еще какие-то, блин. Так еще и травы намотало, зараза. Слезаешь по банану, блин.
утопил! Влюбленных много. Он один у переправы. Ты зацепи сразу, может, конец тут, крючок. Так, а за что путь зацепить? А, по сути, смотри. Смотри, ты зацепи за клык, включишь на размотку, он поедет назад. Ты придержишь, он когда доедет назад, это самое, вон клык, можно даже за кевлар зацепить. Вот клык возле ноги, только может кольцом зацепить, чтобы не слетело, пока он будет ехать. А нет, он не слетит, что он слетит? Ну все, это самое, становись на нашу сторону, проедем. Перещелкнул эту размотку, да, Вова? Потихонечку, потихонечку, давай, давай. Да еще пусть отъезжает. Ну хорошо. Распочалась посадка картопли. Давай раскачивай. Руслан, ты машину раскачивай, а не сам раскачивайся. Сейчас захерачит. Ты говоришь, не пойдет. Пойдет. Ему просто лень стропу. Колобаня именно деновой коробки. Все ниже и ниже погружается. Цилиндра, две свечи. Глубоко. Не надо. Он точно знал, где зачетные места.
Андрюха решил заскочить. Видишь, сервера роют. Она как бы роет, но не зарывается при этом, то есть и сцепление есть. Обратите внимание налево, там как раз вот то место, где Руслан засадился. Не, ну если назад вот сейчас по прямой разогнаться. Красава. Непонятно. Не до конца. Воду зря. Месте включился. Там видишь такая ступенька и скачут жестко.
тренируй, там человек сзади. Так, ну что, делитесь впечатлениями. Defender самый непереворачиваемый авто. Непокобелимый. Не, у меня реально в Крыму была ситуация, когда у меня машина уже вот так качалась. То есть я с девчонками, со своей женой, с дочкой. Я что там всегда... Лезть или не лезть? Вот в чем вопрос. Паша в раздумьях. Лучше вы к нам. Лучше сюда ехать, а не туда. Говори, говори, что ты головой Да-да-да. Дима, да, там полтора минимум. Да, да, да. Квадра...
кубический метр льдины, что ты там хочешь таскать? Еще несколько раз туда-сюда, и все будет в порядке. Паша именно это и хочет сделать, я смотрю. Тут такой же намет, бруствер, видишь, он на снега лежит такой, блин, и этот. Ну, снег упирается. Так он нам под собой еще тащит нормально. Ну. Крутят передние, думал, что это. Видишь, что эти сильвера творят? Как вам зацепы такие хорошие? Что? Ну, выехал на лед. Мы-то не смогли. А где? Мы тут не смогли? Не, ну тут нам мало. Посмотри. Ух ты!
или пассажиров приехал. Он над тем еще это самое, ну еще козел скакнул. Чуть ли не всеми четырьмя. Так вот накопают, потом никто проехать не может. Что-то клямцы. Так, посмотри, как морс вывешивается, блин. Задний. Ну, вообще, он будет диагональ. Пороги лопатой надо почистить. Пассажиры.